попал клей, именно вот этот вот клей, которым ресницы клеят в глаз, и он мне там все разъел, и это полный трэш. Один раз сходишь в салон, и потом 2 месяца после этого реально мучаешься. У нее глаз вот так вот посинел. Над бровью я ставила краску и спровоцировала ожог. Извините, пожалуйста, на секундочку, а это так и должно быть? Всем привет! Меня зовут Лиса, и сегодня в гостях у меня на канале Рина! Сегодня мы хотим с вами поделиться, ну, на самом деле, очень неприятными историями и очень проблемами. Очень серьезной темой. Да. Как уродуют клиентов в салонах красоты? Мы расскажем вам истории, которые происходили с нами, конкретно со мной, конкретно с Лисой. Также расскажем вам истории, которые происходили с вами, потому что мы спросили вас в Инстаграме, какие истории с вами происходили. Обсудим вообще всю эту тему, потому что это очень серьезно. Кстати, это видео только одна из частей этой серии. Вторую часть вы сможете на канале у Рины найти, ссылка на нее будет в описании. И там мы тоже расскажем еще больше ужасных историй. Что ж, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Ну, я думаю, что стоит начать с более лайтовых историй, да, которые не сильно вредят здоровью, но при этом очень так нехорошо сказываются. Давай начнем по нарастающей. Да. Вот, однажды я решила, что хочу поэкспериментировать со своими ногтями и записаться в более дорогой какой-то салон. Прочитала отзывы о салоне, они были просто супер восторженные люди, такие, что «Ой, самый лучший салон в мире!» Прихожу я... Очень довольная, радостная, что сейчас я себе сделаю какие-то суперкачественные ногти, которых никогда в жизни у меня не было. И я вот сейчас это все попробую. Вот, сажусь, говорю, что мне нужно, и мне начинают делать. И все было очень хорошо до тех пор, пока я не стала замечать, что что-то они делают не так с моими ногтями. То есть вот эта маникюрша, мастер маникюра, которая сидела и делала мне ногти, она... Делала их не так, как я обычно привыкла, мне их делают. А что она делала? Обычно, когда делают ногти, обычно делают очень такое хорошее. Гладенький ноготь, да, делают чтобы ноготь себе. Был очень гладкий, чтобы он выглядел как будто бы такой, ну, как пластиковый, да, какой-то пластмассовый. Вот, чтобы он выглядел таким прям идеальным. И у меня, в принципе, нет проблем с ногтями. И для меня был вопрос, как можно было вообще выравниванием испортить мои ногти нормальные. Вот. И я такая, а извините, пожалуйста, на секундочку, а это так и должно быть? Ну, то есть, как бы... А что происходит нормально, с моими ногтями, да? Она такая, а вы не переживайте, это все нормально, это все пройдет, типа все исправится. Ну, и я решила подождать, пока она все доделает, чтобы уже оценить работу. И когда она все доделала, то и мои ровные ногти, которые и так выглядят очень даже нормально без шеллака, стали выглядеть очень-очень странно. Естественно, я была недовольна работой, и я попросила и сказала, ну, давайте, пожалуйста, переделаем, потому что мне это не нравится, это не то, что я хотела видеть. Ну, это вообще не то, за что ты платишь деньги. Тем более, мне в моем обычном около дома маникюрном салоне там за 900 рублей, да, делают какие-то обычные ногти, даже без выравнивания. И они выглядят в разы лучше, чем то, что мне сделали там с выравниванием. С таким выравниванием, что, знаешь, такое ощущение, что она как-то просто специально капала базу вот так вот, чтобы были вот эти вот бугорочки. Вот. И, естественно, я попросила переделать, на что мне ответили, что нет. Извините, да, сорян. Да, до свидания. Извините, у нас дальше запись, к нам сейчас пришел вот клиент, он ждет, и у нас просто нет возможности и времени вам переделать. Но это максимально неправильно, они не имеют права. Мастер обязан переделать, если он делает плохо. Просто вот он обязан. Тем более платить довольно большие деньги. Ну, конечно, не хочется. Конечно. Вот, но это еще не вся история, так. Потому что, когда я пришла домой вот с этими ногтями, я уже решила, что там, на следующий день я пойду и переделаю их, потому что ходить в таком виде, ну, не очень хочется. Конечно. И, как бы, простите, лучше со своими. Вот, и я решила, что я пойду в другое место, просто переделаю в то привычное место, в которое я всегда хожу. К себе под дом, да, в салончик? Извините, тут пришла собака, а вы знаете, что я не могу удержаться, когда вижу животных, поэтому она будет сидеть с нами. Ну, в общем-то, легла я спать, а когда проснулась утром и пошла в душ, вот, видимо, ногти-то еще и размокли в душе. Просто не полностью, но вот эти вот все части, вот эти боковушки, да, они просто все отслоились. Шеллак отвалился. Ночь не прошла, он уже отвалился. Кошмар. Просто...
Слушай, ну это вот полный пипец на самом деле то, что происходит. И если честно, реально, ты когда идешь в какое-то более дорогое место, ты рассчитываешь на то, что тебе дадут более высокое качество услуг. Да. Но я вот постоянно сталкиваюсь с тем, что это правило, оно вообще не работает. Нет такого, что в лучшем салоне будет лучший мастер или лучшее обслуживание. Вообще нет. Иногда мне даже кажется, что это работает обратного. Сейчас я расскажу мою историю. Вот то, что я расскажу, это просто полный трэш. Да, мы надеемся, что с вами таких историй, конечно же, никогда не случалось и не случится. Если вдруг с вами что-то такое случалось, обязательно поделитесь этим в комментариях, мы будем их читать, безусловно. Я, как вы знаете, какое-то время назад была брюнеткой. Ты была брюнеткой? Да, я была не по своему желанию брюнеткой. О-о-о. Я, кстати, об этом рассказывала в видео, господи, как же оно называлось, где я рассказывала мои самые жесткие фейлы во внешности, как я шкварилась в подростковом возрасте. Ну, в общем, в какой-то момент мне надоело быть белой-белой блондинкой. Как вы знаете, у меня были очень раньше светлые волосы, прям белые. Я пошла в салон, как бы к постоянному мастеру, куда я постоянно хожу, и говорю ему, типа, мне надоело быть этой белой блондинкой, давай сделаем что-то более естественное. Я хотела вот цвет прям как у тебя, то есть русый, ну, как бы золотистый такой натуральный цвет. Он такой говорит, да, вообще без проблем, я все понял, тем более волосы там максимально обесцвечены, и там любой цвет спокойно бы лег. Он меня красит, этот мастер, смывает краску, высушивает ее, и у меня на голове просто... Брюнетка. Просто темно-коричневые волосы. Офигеть. Я смотрю на себя в зеркало, и я вообще не знаю, что сказать, потому что это проверенный мастер, это проверенный салон. Короче, типа, никогда не застрахован, да? Можно даже в проверенное место пойти и... Вообще нет. Даже к тому же мастеру, который тебе всегда все хорошо делает. Но я по своей тупости, я смотрю на это, мне это не нравится. Вот вообще не нравится, но тогда мой парень приехал ко мне в салон, чтобы забрать меня. Да, парень, который потом стал моим мужем. Вот, он увидел мои темные волосы, и он начал мне говорить, что тебя очень классно, типа, очень здорово, вообще классно, ты покрасилась, тебе очень идет. Я не знаю, он мне это специально сказал, потому что он видел, чтобы я просто там сидела, никого не убила, или он сказал, что ему реально понравилось. В общем, он вот, я поверила его словам, и такая думала, ладно, я не буду устраивать скандал, но в целом, конечно, я себя чувствовала очень плохо. И, короче, это было ужасно. И вот, пожалуйста, да, дорогой салон, типичный пример, вот, что сделали. Еще и проверенный. Да, еще и проверенный. То есть, если я-то еще в какое-то новое место пошла, просто поверила каким-то отзывам, ты в проверенном. А я пошла в свое место, да, дорогой салон, как бы, красота. И ты знаешь, вот я вот иногда думаю, ладно, волосы, ногти, да даже ноги, да, о которых я рассказывала в твоем видео, это все окей, но вот есть же люди ходят там к косметологам, да, вот те же самые инъекции делают, ну вот, а тут как? У меня, кстати, была история вот на вот эту тему. Да ладно, всяких... с инъекциями? Да, не у меня, не Я уже удивилась, я думала, вот он твой секрет молодости, вот он в инъекции. Поэтому я выгляжу на 16, потому что я себе все лицо исколола. Ботоксная чика. На самом деле я себе ничего не делала. Вот, но есть мама у моей подруги, которая решила сделать. Взрослая, вот, да? Взрослая, да. Я не знаю, в курсе вы или нет, когда взрослые люди, у них появляются вот такие вот мешки под глазами. Со слезной, да, вот эта борозда, по-моему. Да, вот эта вот слезная борозда. В нее вкалывают препараты, чтобы убрать вот это вот, типа, усталость. Вот, в общем, решила вот подруга моей мамы сходить. Подруга моей мамы, как сын маминой подруги. Вот, решила она сходить и сделать себе вот эту процедуру. Вот, и я думаю, что если бы она знала, чем это все закончится, она бы лучше решила остаться чуть-чуть старее выглядеть. Ну-ка, потому что ты меня пугаешь уже. Видимо, когда она пришла в салон, и когда ей стали делать вот эту процедуру, мастер, который делал, видимо, задел какой-то капилляр или сосуд, какую-то да, вену, задел. Сосуд, вот ну, что-то вот задело в глазу, что когда вот это вот уже произошло, чик-чик-чик. У нее глаз вот так вот посинел. Почернел. Да ладно. Серьезно, да. Как будто, я не знаю, как будто там не один сосудик задели, а как будто там, я не знаю, ее дверью долбанули, и глаз чуть ли там не вылетел. Капец. Вот, причем сам глаз тоже был такой вот прям раскрасневшийся, жутко. Жесть. Она ходила в таком состоянии очень долгое время, потому что, ну, как бы понятно, синяк, он просто за вечер никуда не денется, никуда не пойдет. Mm-hmm. И это реально настолько опасно, а если бы она могла потерять зрение после этого, правильно? Я, кстати, слышала историю о том, что если колешь ботокс, то есть риск, ну, потери серьезно? Зрения. Я слышала такую историю, я даже более того слышала ее, по-моему, года два назад от своей подруги на Арбате, короче, в каком-то салоне в Москве, да, на Арбате, то есть как бы нормальное место, какой-то женщине вкололи неправильный раствор ботокса, или он был то ли просроченный, короче, он был какой-то левый, она зрение потеряла, по-моему, даже в новостях об этом писали. Офигеть. Угу.
Я не знаю, это правда или это вброс, но вот я реально слышала эту новость, и вот я теперь слышу, когда все эти истории про инъекции, мне прям, я не знаю, меня прям передергивает. И чем дело закончилось у нее? Ну, у нее это все прошло. Прошло? Ну, а сколько проходило? Я думаю, что месяца два. Да ладно, она еще долго так ходила. Я и говорю, что это в один день вот этот вот синяк, офигеть, он просто не пропадет. Тем более он был настолько огромный, вот он прям черный был. Вот, и это прям вот очень долго реально. Блин, очень жалко. Ты представляешь, я еще на работу ходить в таком, конечно, состоянии. Да. И вот один раз сходишь в салон, и потом два месяца после этого реально мучаешься. Ой, да, я уверена, она просто 10 раз прокляла это решение сходить, я эти штуки заколоть себе. Я поэтому говорю, что если бы она знала, чем это закончится, она бы решила, что она хочет выглядеть чуть старее. Ой, да, что-то мне эта история прям вообще конкретно так как-то неприятно стало, если честно. Если вы сталкивались с какой-то фигней в салонах, обязательно нам об этом расскажите. А теперь я бы хотела перейти к истории, которые вы писали мне в Инстаграм. Как вы знаете, в Инстаграм я просила вас, чтобы вы прислали мне свои ужасные истории в Директ. Если честно, то историй там так много, что, ну, тяжело было выбрать вообще что-либо одно. Но давайте сейчас выберем историю, которая приурочена к выпускному, потому что это сейчас все-таки очень актуально. Актуальная тема, да, скоро уже выпускные. Блин, история про выпускных так много, очень много. У меня, кстати, тоже была та еще история с выпускными, но, может быть, запишу, но пока еще не знаю, запишу или нет, там тяжелая история. Ладно, давай поищем все, что мы будем сегодня обсуждать. Девочка пришла в салон красоты с фотографией, которая ей нужна, да, и попросила сделать ей укладку. И человеку просто взяли и сожгли волосы кудри плойкой. Офигеть! Перед выпускным, это прям вообще жестко. Это жестко. Я, кажется, я бы не пошла на выпускной, просто я бы настолько расстроилась, что... Слушай, давай напишем, ей пошла она в итоге на выпускной или нет, может, она ответит нам? Да, давай. Девушки всегда очень сильно, да, переживают перед выпускным о том, как они будут выглядеть, потому что выпускной все равно такое... Ну, важный день в жизни девушки, да. Событие, которое всегда помнишь, и важно очень хорошо выглядеть, и девушки там, кто-то записывается, да, вот в эти вот салоны за месяц там вперед. Ну, конечно. Платье подбирают, прически красивые выбирают, да, фотографии, там она представляет себе с этой фотографией, с этой прической, и просто... Ну все хотят выглядеть красиво, это же память, это такое важное событие. Ты, у тебя был выпускной? У меня был выпускной, да, но у меня там такая история. Что ж, мы очень надеемся, что вам понравилось это видео, что вам было интересно послушать эти истории. И также мы надеемся, что вы поделитесь с нами вашими историями. Продолжение этого видео вы можете найти на канале у Рины, поэтому обязательно приходите по ссылке в описании. И что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч!